Добрый день! Мы продолжаем вместе постигать тонкости чешского языка. Тот, кто начинает учить этот язык, практически с первых занятий узнает, что в чешском есть две буквы «и». Это «имнике» или «и мягкое» и «и твердое», «и твердое» или, как его еще называют, «ипсилон». Обе они могут быть краткими и долгими, но главное, что порой очень сложно определить без словаря, где пишется «мягкое и», а где пишется твердое «и». Большинство моих коллег-преподавателей предлагает просто запоминать прописание чешских слов. Но согласитесь, зубрить, в каком чешском слове какое «и» пишется, задача не самая вдохновляющая. Я подскажу вам один секрет, благодаря которому проблема выбора в слове «твердое» или «мягкое и» значительно упростится. Итак, запомните, пожалуйста, что после согласных «эш», «жет», «че», «эрш», «ц» и «е» всегда пишется только мягкое «и». Например, «ридич» – водитель, «шиковный» – умелый или ловкий, «циркус» – цирк. После согласных «к», «га», «ха», «р» всегда пишется только твердое «и». Например, «рихлый» – быстрый, «гигиена» – гигиена, «кихат» – чихать. Вы мне можете возразить, что есть такие слова, как, например, «кино», «хирург», «кимоно», в которых после «к» и «х» пишется мягкое «и». Да, это так. Объясню почему. Дело в том, что данные слова заимствованы из других языков, они исконно чешские. И поэтому они являются исключением из этого правила. Правило, о котором я вам рассказала, касается только исконно чешских слов. В общем, теперь, определив первым делом, заимствованное это слово или чешское, а далее, руководствуясь данным правилом, вы уже можете написать правильно подавляющее большинство чешских слов. И без такой утомительной зубрежки. А запомнить вам останется только достаточно узкий круг слов-исключений, заимствованных из других языков, и слов, в которых после некоторых согласных возможно написание как мягкого «и», так и твердого «ипсилон». Ну, например, «мит» – «иметь» и «мит» – «мыть». Однако теперь это уже не выглядит так страшно, правда? А сейчас вы можете попробовать свои силы и применить новое правило на практике. Добавьте, пожалуйста, необходимые буквы в следующие чешские слова. Шиковный – ридич, хитат – риби, рихлий – ритмус, хитрий – цизинец, велкий – рибник, киселий – рибис, нейлепший – пшиител, драгий – жизек, дулежита – хиба, животний – сил. Сейчас вы можете остановить видео и попробовать выполнить задание. А когда будете готовы, можете сами себя проверить. Итак, вот и правильные ответы. На сегодня это все. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал и изучайте чешский вместе с нами. С вами была Евгения Ларина. До следующих выпусков!